Biz şimdi yeni sevkiyata odaklanalım. Bitirelim şu işi. Sonunda yine özüne döndü bizim oğlan. Bizim bir şey yapmamız lazım. Onlar tam karı ve gelin olmuşlar. Şair, nerede kaldı misafirimiz? Nasıl olur? Bir şey mi öğrendin yoksa? Sevdiklerimin canını çok yaktın Cevahir. Hesabını vereceksin. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что будет в новом эпизоде. Возникнет ли напряженность между Бараном и Диланом из-за этих событий? Узнает ли Джавахир, что именно Дилан сообщил о нем? Будет ли Фират продолжать поддерживать Джавахира и продолжать быть злым? Хотя госпожа Сабиха беспокоится о Дилане, будет ли она продолжать сотрудничать с Бараном? Какие меры предосторожности примет Дилан, когда увидит результаты своего отчета? Примет ли Бэрон извинения Дилана? Сможет ли Баран на этот раз завершить дело Джавахира? Что планирует делать Дилан и Гуль? Кто из гостей Джавахира удивил Кудрета? Сможет ли Баран привлечь Джавахира к ответственности? Все это и многое другое теперь в этом видео. Если вы хотите, чтобы Баран завершил дело Джавахира, а Фират как можно скорее вернулся от своей ошибки, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. Теперь перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь. Из-за предупреждения Дилана дела Барана пойдут не так. Как только Баран подумает, что выполнил работу Джавахира, все его планы будут отменены, когда Дилан сообщит о нем в полицию. Тогда он очень рассердится на Дилана из-за этой проблемы. Когда Дилан поймет, что сообщение, которое она сделала из страха, что с Бараном что-то случится, было ошибкой, она устранит гнев Барана. Джавахир, с другой стороны, будет крайне зол, потому что он не смог переправить подготовленные им исторические артефакты и потерял их в полиции. Этот гнев запугает Ферата и Хасана. На данный момент он не сможет узнать, что именно Дилан сообщил о нем. После того, что он услышал от Гэжи Сабихи, Бэрон примет меры предосторожности, чтобы не дать ему узнать, что Дилан сообщил о нем. Теперь Фират решает быть злым, чтобы проявить себя. Но какое бы зло он ни совершил, он поймет, что совершил ошибку, когда услышит о невообразимых злых планах Джавахира. И, наконец, когда он увидит гнев Джавахира, когда его дела идут не так, как надо, после того, как Дилан обличил его, это заставит его задуматься о том, хочет ли он снова стать плохим. Хотя Сабиха Ханым теперь будет самым большим сторонником Барана, она продолжит помогать Барану увидеть, что мы можем сделать, чтобы как можно скорее устранить Джавахира. То, что Сабиха знает о Джавахире почти все, укрепит позиции Барана. Дилан пожалеет о содеянном, когда увидит, как эта подсказка нарушает планы Барана. В результате этого сожаления он больше не будет вмешиваться в дела Барана. Но он, не колеблясь, предупредит Барана, чтобы тот не подвергал себя постоянному риску. Когда Бэрон увидит, насколько печален и расстроен Дилан, он примет извинения Дилана. Бэрон, который в любом случае не сможет навредить Дилану, будет и дальше держать его в стороне от этих событий, чтобы не расстраивать его еще больше. Теперь он будет смотреть вперед и думать о том, когда Джавахир планирует новую партию и какой план он сможет сорвать. На этот раз они составят планы с Сабихой Ханым и завершат работу Джавахира. Конечно, если Хасан и Фират не будут мешать работе Барана. Дилан и Гуль захотят положить конец напряженности между Бараном и Фератом. Пока они говорят о том, что мы можем с этим поделать, госпожа Азади их услышит и получит удовольствие от разговора. Потому что когда их разговор зайдет на тему о том, как нам сохранить Карабеев вместе, она убедится, что они настоящая невеста Карбаеев. Пока господин Кудрет каждое мгновение следует за Джавахиром, он увидит, что встречает Фарата в том же месте, где он встретился с Гэжой Сабихой. Кудрет будет очень грустно, когда она увидит там Фарата. Когда он придет в особняк, ему придется сказать Барану, что предателем среди них является Фират.
после того, как Баран узнает об этом, он будет действовать осторожнее и скроет все от Хасана и Ферата. Таким образом, Дживахиру будет легче привлечь к ответственности за свои действия. На этот раз Баран может привлечь отца Дживахира. На данный момент мы подошли к концу нашего анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.